Здравствуйте, приветствую вас на еженедельном информационном бюллетене IQ Technology, а также поздравляю всех с уже наступившим Новым годом. Мы, как машиностроительная компания, открывающая предприятия в 67 странах мира, делаем твердые шаги к тому, чтобы стать брендом всего мира. На наших трех заводах уже есть возможность строить 200 объектов под ключ в год и с рабочей силой в 400 человек. Мы продаем наше оборудование за границу и в своей стране. И сейчас мы подведем итоги прошедшего года. Начинаем. В 2021 году мы установили 17 полноценных линий по очистке чечевицы, 38 линий по переработке ячменя и пшеницы, 20 линий для просеивания нута, 13 линий по переработке грецкого ореха, а также 10 высокопроизводительных линий для грануляции кукурузы и 15 полноценных линий для полной очистки зерна. Также в прошлом году мы установили самую большую линию для просеивания и очистки чечевицы для компании «Ускылыч Мерджимик», расположенной в районе Диярбакыр в Турции. Наши самые продаваемые машины в 2021 году – это наша закрытая машина по отделению легкого зерна, которую мы произвели в размере 28 единиц, и фотосепаратор Diamond серии, который мы продали в размере 100 единиц. Еще один рекорд. Страной, в которой мы сделали больше всего продаж в 2021 году, стал Ирак. В общей сложности 17 предприятий приобрели у нас оборудование. Эти предприятия находятся в городах Киркук, Эрбиль и Мосул. Спасибо им за выбор IQ Technology. В ушедшем году мы также реализовали самую большую технологическую линию по переработке зерновобобовых для Мететарым. Линия обеспечивает продукцией город Конья в Турции. В 2021 году мы впервые продали полноценную линию по переработке грецких орехов в Южную Африку, открыв этим самым для себя новые возможности в сотрудничестве. Кроме того, в 2021 году мы изготовили и установили 100 станков для работы на ореховом предприятии. Опять же, путем продажи на австралийский континент впервые было установлено там 12 единиц закрытой сортировочной машины XL-208. На IQ Technology в прошлом году произошел значительный рост наших зарубежных продаж. Уровень наших продаж за рубежом составил в среднем 70% от общего объема продаж. Поздравляем нашу компанию с новой достигнутой вершиной. Это были все главные новости на сегодня. Увидимся с вами на следующей неделе. До встречи!